На острове Пасха даже присутствие устрашающих каменных истуканов не избавило его жителей от эпидемии сразу двух лихорадок – зики и денге. Болезни распространяет один и тот же вид москитов. Они хорошо адаптировались к острову, хотя об этих лихорадках в прошлом тут и не знали. Помогала, конечно, любимая москитами мусорная вакханалия, которая царит на острове Пасха.